Это что, Тапс? Это что, Казахстан? Всем привет, с вами Space. Канал останется Space Toll, но с вами Space. И сегодня будем играть в Тапс, как вы все уже поняли. Как ты понял. Буду обращаться к тебе как ты, а не как вы. Компании Холодная война. Следующим будет... Пейн, четвертый. В следующем будет война бесконечности. Как-то... Человек... Человек... Человек-медведь. Человек-медведь. Ё-моё. А почему? Я, короче, узнал, что эта компания, когда... Короче, 2 года ей. И тогда ярды стоили по 900. И они были вообще так себе. А сейчас они стоят 1500. Вот как мне это пройти? То есть здесь буквально 3 ярла таких можно поставить. Не знаю, можно поставить пулемет Гатлинга? Зевает. Я тоже сегодня зеваю. Реально захотелось позевать, капец. Монки, думаю, неплохо. А, давайте еще вот лучников, которые будут... О, это же гениально, ребят. Так, вот тактейшн, вот бард. Пау, просто, я думаю, что эта тактика сработает. Будем слушать. Так, что там происходит? Я надеюсь, что все хорошо. А если нет, то будет все очень-очень плохо. Кажется, Монго все-таки не стоит. Монков точно не стоило, потому что они врубили свою вот эту фигню. Вот эту вот непонятную, по факту. Давайте тогда им еще. Что он там кричал? В общем, вот так вот. Ну и на сотку. Блин, ну точно кого-то нормального надо поставить. Кто может пулять за сотку? О! Вот, динамичится. Надеюсь, что это сработает. Погнали! Так. Идет разгон автомата нашего. И... Так, все, он начинает пулять. Он начинает пулять. Он начинает пулять. Внимание, он начинает пулять! А почему... Почему? Так, кажется, стоит 2 пулемета. Я хочу 2 пулемета. Все хотят 2 пулемета. Ну и давайте эльф. Одного. Он же не вызовет никого сильного, правильно? А, ну король. Ну, хороший бонус, я считаю, да? Вот сейчас они тут просто, ну, им напуляют. Я думаю, да? Ну давай. Ну они напуляют, нормально. Они не дают им пройти. Все, да. Ну, надо просто смотреть здесь. Он ползет! Не ползут! Серьезно? Все. Та-дам! Забавно.
Sneak Attack. Скрытая атака. Ну да, она скрытая. Стоп, серьезно? Sneak Attack. Реально никого нет. Вот. Они могут много что отбить. Много. Но они не отобьют. Что они не отобьют-то? Надо, кстати, вот этот Squid Game убрать. О, всё. Чтобы было нормально. Так. Купить дончик, может. Адские кнуты. Давайте адских кнутов. О, а чё они? Ну ладно. А это думаю, что там скрыто на такого, да? Ну, мы выиграли. Так, вот если сейчас хватит. Нет! Говно. Там. О, и там эти были черти. Что за? Ладно. Ну, мы их все равно адскими кнутами. За. Не знаю, что мы с ними сделаем. Тоже эльф поставим. Давай, мы кинем подарочек наш. Оттуда шпажник вышел. Со шпателем. Блин. Вот говно. Ладно. Я поставлю... Давайте двух юрлов поставлю. Нет, давайте одного юрла. Давайте армию небольшую даже, я бы сказал, поставим. Давайте... О, еще и сёгуна поставим. Ох, отлично. Он с ними справится. Кто тут за 400 может хорошо? О! Двух рапторов. Они их, скорее всего, не разнесут. Я буду юрлом. Элом. Который будет кидать топоры. Ой. А, точно. Фига, жестко. Ну все, он там разбирается, хорошо. Ой, что? Так, я вас призаморозил. Короче. Окей. Отлично. Что-то горит, мне говорят. Что бы тут поставить такого, чтобы не горело. Да тоже можно адских кнутов. Трех. Их же не сожгут просто? Нет, не сожгли его. Я даже буду пытаться... Полыхнуло, так нормально. Я бы сказал. Кого бы поставить? Кого поставить? Юля. Что это было? Я дай подарок. Он кинул. Молодец. О, копейщик. Полетел копье. И полетели эти мышки. Выстрелы.
Все, я палочку привишек намутил. Ладно. Так, фондист. Рапторист. Баллист. О, Зевс. Ну ладно, пускай попробует. Попробует. И нельзя! Давай. Блин. Не получилось. Кто здесь справится-то? Дикий запах. Дули лянты. Кактус. Синовал. И отлично, тут почти убили, там почти убили, там убили. Нет! Иди, вот кусок! Дракон просто, конечно. Чиполу! Нет, нет, нет. Чиполгу! Поражение, ну как? Ну как? Так, ладно. Нет. Слушай, вот дама. Блин. Так. Ладно. Ой. Единственное осталось, да? Упала. Чу-пау-пау-пау. Чу-пау-пау-пау. Превьюшечка, еще одна превьюшечка. Отлично, сразу несколько превьюшечек. Тримонка. Такс. Что мы такое сделаем? Опять аллергия, да? Конечно. Лимонка. Ну, чтоб такого туда запульнуть. Ну и на 500. Вот двух этих и одного такого. Я буду этим, я буду запуливать Монка. Что? Они отражают гранаты. Блин, реально отражают гранаты. Это нет, это не то, это не так, это не так, это не сяк. Это не надо так. Ну, это полнейший чпол. А так, стоп, а теперь они тоже отражают. О, нет, стоп, я же могу. Получается... Что я могу? Получается... Я могу... Я не могу. О! Как-то. На! Эх,
Давай! Ну ты сможешь же! Ладно! Да что за... Что за бред? А какого фига? Почему рыцарь наш упал? Так, ладно. Да, даже Вонг отбил, как будто бы. Вонг реально отбивает. О, блин, теперь я просто промазал. Я в своего сейчас засандалю. Куда? Ё-ма. Что произошло, да? Ну все, короче, нормально, да, отлично. Unstoppable. Клёво, unstoppable. Я, наверное, слишком мало в этом видео говорю, да? Но ничего. Так. Окей. Надо бы что-то сделать такое, чтобы выглядело красиво. Что-то такое, чтобы выглядело прикольно, то есть прикольно выглядело. Что-то такое. Подарки! Вау! Ё-моё, что происходит? Артемида! Заспавнилась. Аняха упал в воду. Тор, рыцарь, ярл. Капец. Все, победа. Но он укусил его за пятку. Ой, не за пятку, а за... Как бы так выглядело... О, прикольно. Прикольно выглядит. Круто. Круто выглядит. Красная леди Ред Джад. Сейчас у нас стоит 1500. Ну, ладно. Окей. Чеканухи. Валера. Настало. Поставлю... двух мощных ядов и за 700 можно сразу за 700 какого-то мощного такого. Есть тут какой-то мощный, который стоит 700. О, ледяной маг. Вот никто его почти не использует, а я вот поиспользую немного. Ну и давайте полурослик. Та-дам! Она отбивает это говно! Ярл смог тут. Там он сдох. А сколько у Ярла? Не все. Ну, короче, раз уж она отбивает. Она отбивает. Стоит по ней... Да из баллисты по ней шарахнуть надо, и все, и бах! И вообще клёво будет. В принципе, реально так нужно сделать. О, они вот будут, наверное, очень странно себя вести рядом с этими. Да. И? Блин, отлично! Mm-hmm.
что? Кто? А. Упал. А что? Кто это? Где кто? О, все отлично. Победа вместо обеда. Шляпы. А, шляпа. Реально шляпа какая-то. Тут еще поставлено, да? Вон и шляпа, так шляпа. Стоп. А если заехать прям в серединку? Это же будет просто какой-то клевый бред. А там Тор. Тор там разберется. И... Погнали! Ну серьезно! Блин, почему они поехали не в серединку, а. Да блин! Не, ну тут надо, наверное, одного какого-то. А потом еще бочковиков. Ба! Вот, отлично! Офигенно. О, нифига. Офигеть. Блин, вообще превьюха. Превьюха. Вот так. Отлично. Превьюшка готова. Балун пати, блин, да, опять. Мне опять туда ставить Тора по-вашему. Ладно, будь по-вашему. Ну да, ладно. Кто тут? Что тут? Как тут? Я думаю, что здесь вот так вот. Согласен с ним. Абсолютно. Он бабахнет. Ну, бабахнул как-то, ну ладно. Бьет. Я бьет. На! Так. Ё-моё, какая превьюшка-то! Капец превью! Охренеть. А! Стоп, я вроде смог, да? Стоп. Блин, я не на ту кнопку нажал, когда делал превьюшку сейчас. Фрости! Ах, нифига. Супербоксер, давай. Давай, ты сможешь. Я буду за тебя. Прощаю тебя. Знаешь как? Гиганта осталось жизнь. Наверняка немного. Надо за него быть. Давай! О! Он завалил! Давайте! Слушай. Блин. Бум. Это как бы так сделать, чтобы получилось превью? О.
Все, превьюшка готова. Так, что дальше? Ура! Мы... Six for Sing. Да, тебе спасибо тоже, челик, за такую офигительную компанию. Мне понравилось, я побомбил, порадовался, просто свистопляски там всякие были. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.